я понимаю, что это как бы непредвиденная ситуация, со всеми бывает. Дорога есть дорога. Ну что ж, будем исправлять силами, решим все проблемы. В самое ближайшее время, потому что зима все-таки у нас, не май месяц. Поэтому, ну, грубо там в течение 70 дней это однозначно. В ГИБДД рассказали, 53-летний водитель КАМАЗа, двигаясь по улице Владимирской, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, в результате чего произошло столкновение с жилым домом. Сотрудниками дорожно-патрульной службы, прибывшими на место, был собран материал по факту дорожно-транспортного происшествия. Признаки опьянения у водителя не зафиксированы. В результате происшествия никто не пострадал.